Ми починаємо наш денний ефір на 7-му телеканалі. З вами Тетяна Миленко. Доброго дня. В гості до нас завітав Андрій Францев, куратор проєкту, не тільки куратор, менеджер проєкту, але й засновник, про який поговоримо сьогодні, новий український стартап Compro. Доброго дня. Здравствуйте. Так, ну це не перший взагалі ваш такий проєкт, наскільки я знаю, так? Да. Це вже як наслідок, можна сказати, вашого досвіду особистого. Якщо можна, розкажіть, будь ласка, ви керували іншими проєктами до цього? До того, поки ми перейдемо до обговорення, так, про новий стартап. Так, в українському бізнесі я вже 8 років займався різними проєктами, рекламними агентствами, івент-агентствами. Сейчас больше занимаюсь формированием общественного мнения, репутацией, защитой репутации в интернете. Ну, вот больше в этом. И новый стартап, который посвящен сканированию бизнеса, выявлению скрытых, скрытых и не очень скрытых проблем. Это стартап Compro. И он, как мы вот сейчас в процессе диалога, наверное, сможем убедиться, он тесно связан с репутацией. Цікаво, знаєте, те, що він пов'язаний, в першу чергу, з людьми. Тобто, завжди, коли чуєш стартап, здається, що там винайшли якусь програму електронну, чи новий якийсь засіб, там, я не знаю, друкувати людські органи внутрішні, там, чи ще щось. Так? Але тут ви говорите про те, що він буде заснований повністю на людях, на людському факторі, так? Да. Я не... Не то, чтобы полностью он основан на людей, но люди – это ключевой фактор в этом стартапе. Без людей это невозможно. У нас есть уникальная методика европейская, которая доказала свою эффективность в Европе уже на протяжении больше 150 лет, которую мы адаптировали под украинский бизнес. Но обучать людей этой методике нужно в Украине, и мы сегодня готовы уже это делать. И именно эти люди – которые будут обучены и работать по этой методике, они и есть основа нашего стартапа. То что они будут делать взагалі? И про что стартап? Про что стартап? Так. Стартап, он сканирует бизнес. То есть если мы говорим про идею, которая пришла ко мне, как она пришла ко мне для того, чтобы сделать этот стартап, эта идея связана с тем, что я в своей практике периодически допускал ошибки, сотрудничая не с тем бизнесом, с которым нужно. Как вывод из этого, передо мной не всегда были выполнены обязательства. Риск невыполнения обязательств означает для каждого бизнесмена это убытки. И иногда для того, чтобы обязательства были выполнены с другой стороны, это означает двойные убытки. То есть нужно потратить деньги на то, чтобы тебе вернули деньги, и это зачастую очень проблема большая. И когда один из моих клиентов из Европы решил поступить аналогичным способом, я решил проконсультироваться со своими европейскими партнерами, а как они решают подобные вопросы в Европе. И ну, насколько у них опыт, так скажем, в этом направлении. И они мне рассказали, что в Европе существуют такие компании, их несколько. Это компания австрийская КСВ, это компания Deloitte, в Америке есть Dun & Bradstreet, в Японии, в Азии. То есть там, где капиталистический строй довольно долго уже существует, там, где бизнес как явление существует довольно долго, пришло понимание необходимости в том, чтобы бизнес помогать им регулировать друг друга, регулировать создание вот этой деловой среды. И обратившись к таким инструментам, я убедился, насколько они эффективны. Я познакомился с людьми, которые вот и есть те инспекторы, которые помогают выявлять эти скрытые проблемы у предприятия и помогать восстанавливать обеспечение выполнения обязательств между одним компанией и другой. И когда я увидел, что деньги были возвращены с компании европейской мне в Украину в течение буквально 3 месяцев. Когда я увидел этих людей, которые занимаются вот этими инспекциями, я был достаточно поражен, во-первых, тем, что на самом деле это работает. Понимаете, это абсолютно легальный способ, это не криминал, это не коллекторство, это не угрозы. То есть на меня никто не в обиде за то, что мне вернули деньги. Просто бизнес должен выполнять свои обязательства перед другим бизнесом, и это золотое правило в Европе. Я посмотрел на тех людей, которые этим занимаются. Вот у них, знаете, есть такое... Они горят тем, что они делают. У них есть смысл жизни. Они гордятся своей работой, потому что они считают, что благодаря им, именно на них и держится порядок бизнеса в Европе.
Це дуже важливий фактор, тому що от ви говорите про легально, так? А я одразу ж собі уявляю, якби в нас треба було комусь повернути гроші, то зверталися б не до інспекторів, напевно, так? У цій системі. І взагалі це ж це не нормально. Ну, у нас же це якась практика, знаєте. Смотрите, да, проблема, якщо говорити про український ринок, то і український бізнес, то, конечно, нужно понимать, в чем его главное отличие от Европы. Несмотря на то, что мы как бы выбрали путь, украинский народ выбрал путь евроинтеграции, и мы каждый день все ближе и ближе к Европе, мы туда идем, и мы туда придем, мы приходим на рынок, на котором существуют определенные правила. При этом у нас есть свой украинский рынок со своими весьма странными правилами, как вы говорите, вариантами решения. Но почему так происходит? И одна из причин, по которых это происходит, это то, что бизнес как явление в Украине достаточно молодое. То есть бизнес в Украине существует 30 лет. До этого был Советский Союз, и никакого бизнеса не было. И если посмотреть сейчас, то, конечно, у молодых бизнесменов есть какой-то бизнес, небольшой долю, но основной бизнес сосредоточен в руках тех людей, у которых сознание было как бы сформировано во время социализма. И мы имеем некую странную форму бизнеса. Смесь социализма и капитализма. Мы как бы живем в капитализме, а мозгами пользуемся факторами социализма. Социалистичными методами. Да, смотрите, похожая ситуация была в Европе в середине 19 века, в начале 19 века, когда закончилась первая буржуазная революция во Франции, когда появился новый класс буржуа, когда появился бизнес как явление, и нужно было его как-то регулировать. И сами предприниматели поняли, что нужно создавать такие компании, которые помогут избежать убытки. Хто буде в цій компанії? Правоохоронці, юристи, можливо, підприємці самі? Смотрите, ми точно не правоохоронці, не правоохранителі, ні. Ми – це той тип людей, которые в данном случае нам не нужен в стартапе. Але ви працюєте у правовому полі, так? Ми работаем исключительно в правовому полі. То есть я бы не хотел сейчас вам рассказывать прямо всех нюансов. Вот я попробую вам как-то объяснить так, чтобы не нарушить конфиденциальную коммерческую информацию. Разумеется. Потому что, забегая наперед, одно из услуг нашего стартапа – это будет тоже обеспечение выполнения обязательств, которые будут происходить исключительно в правовом форме, в правовой форме, без привлечение криминальных структур и прочих там депутатов. Знаете, то, как привыкли решать у нас. Решать. Да. То, как привыкли у нас решать так вопрос. И если вернуться изначально, то в чем суть, еще раз можно сказать, что бизнес у нас как явление молодое, и оно требует наведения порядка. И нужно смотреть на то, как этот порядок был наведен тогда, вот в то время, то есть я примерно понимаю, что уровень бизнеса в Европе в середине 19 века и уровень бизнеса в Украине в 21 веке, он, к сожалению, примерно одинаковый. И инструменты, которые нужно применять, они тоже одинаковые. Поэтому мы будем готовить вот эту новую профессию, будущее, я бы сказал. Эта профессия называется инспектор. То есть это бизнес-инспектор, те люди, которые будут сканировать по нашей методике бизнес. А для того, щоб відбулося це сканування, що має произойти? Так? Людина має якось пожалітися, чи от самі ви будете вибирати, можливо? Я знаю, що розпочнете з ресторанного бізнесу, так? Да. От як це буде працювати, можливо, якщо без комерційних таємниць? Да, так, і що я можу вам розказати? Що ми, звісно, вибрали першу отрасль ресторанну, не просто так. Во-первых, рестораны достаточно легко сканировать, проверять бизнес. Во-первых, существует... Как происходит проверка? Проверка происходит в виде проверка соответствия определенным факторам. Например, фактор номер один – это стандарты, которые действуют в Украине касательно ресторанного бизнеса. Фактор номер два – это проверка соответствия оферте заведения, то, что она говорит. То, что касается выхода порции, то, что касается меню, наполнения, многих факторов. И проверка, третий фактор – это проверка соответствия той самой методике. В этой методике существует 12 крупных разделов и более 100 пунктов, которые касаются. Часть информации собирается, конечно же, из открытых данных. То есть у нас есть источники, например,
многие знают Open Data, U-Control. Это сайты, в которых вы из государственных реестров можно подтягивать данные. Проблема заключается в том, что по нашим сведениям информация, которая там указана, зачастую неверная. То есть все понимают, что не все официально, например, оформляют сотрудников, числятся номинально руководители компании и так далее, и так далее, и так далее. Вся эта информация, она требует проверки. А самый главный вопрос, вот то, что я бы хотел объяснить, зачем вообще все это делать? От давайте, да, от смотрите. От навіщо? Мені здається, що, знаєте, зараз можна просто налякати велику кількість людей, і всі такі, о, господи, думають, ще інспектори в нас з'являться. Ні, ну, да? Смотрите, інспектор – це не тот чоловік, який там… Це не ревізор. Да, це не ревізор. Тобто інформація подається, вона – це просто сканування бізнесу. І якщо ми виявляємо ошибки, то ми бізнесу допомагаємо. Тобто ми ж не просто говоримо домисли, якісь факти. Тобто у вас ціль не розкрити критикувати, наприклад, там, злити цей бізнес, навпаки йому допомогти. Точно ні. От простий примір вам приведу. В ресторанной тематике. Если, например, мы проводим проверку ресторанов, и были выявлены определенные нарушения, которые с доказательствами, то есть инспектор нашел определенное несоответствие, например, пожарной безопасности, санэпидемстанции, несоответствие оферте или какие-то другие моменты, которые могут возникнут в проверке. Перед тем, как мы будем публиковать эту информацию в нашей базе или там в закрытых, или в открытых доступах, мы напишем ресторану, скажем, посмотрите, пожалуйста, вот то, что было выявлено в проверке, вот ваше несоответствие, исправьте, пожалуйста. Их для того, чтобы ну, исправить это нарушение. Перед тем, как мы это будем публиковать, мы как бы дадим вам время, сколько... Выправить это все так? Конечно. Mm-hmm. То есть мы это чудово. Конечно, мы помогаем. Вы поймите, тут это как бы... Вот это вот наша мысль, социалистическая мысль о том, что все страшно, криминально, проверки, все будет ужасно. Мы идем в Европу, в европейские правила. И мы хотим создать открытый европейский рынок, в котором... не будет у бизнеса сюрпризов. То есть в чем, попытаюсь объяснить вот на другом примере, зачем это нужно. Возможно, так будет понятно. Представьте себе два человека. У одного на счету $100, у второго на счету $1 000 000. И они занимаются бизнесом. А бизнес — это принятие решений. И, например, понимаете, каждое решение может стоить ошибочное, может стоить денег. И кто останется... кто останется на плаву? Скорее всего, тот, у кого больше денег, совершать такие вот ошибки. Может себе дозволить. Может себе дозволить, потому что у него больше. Соответственно, тот человек, у которого меньше денег, и каждая его ошибка может прибыть фатальной. Вот мы этим стартапам помогаем бизнесу меньше ошибаться, меньше допускать ошибок, потому что важное, самое важное для бизнеса – это будут перед ним выполнены обязательства или нет. И примеров я могу привести очень много. Например, пример с тем, как компания хочет открывать, расширять бизнес-франшизу. И у него есть претенденты, которые хотят купить эту франшизу в других городах. И он же не знает, как это, что это за люди. А будут они ему выплачивать дивиденды? А может, что они хотят сделать? То есть, понимаете, у нас постоянно этот пример, ну, модель кота в мешке. Мы не знаем, получится или не получится. Тобто ви допомагаєте, і до вас може звернутися навіть власник цього бізнесу, так, і запропонувати провести перевірку його закладу. Зрозуміло, що одна людина не може повністю знати, де там пил якийсь зібрався, ну, я так умовно, так, побутовою мовою. Чи, наприклад, чи пожежна безпека, він подивився на бумажках, все добре, наче і все, і побіг там далі щось робити. І він може звернутися до вас, Конечно. І ви якраз кваліфіковано це все перевірите і дасте йому інформацію. Так? Це як рейтинги, наприклад, як да. заміряються, так і ви працюєте. И очень похожая модель. Вот тот ресторанная отрасль будет выражена непосредственно в виде рейтинга, в котором будут указаны ошибки заведения, доказательства, если были какие-то нарушения. И динамика исправления и неисправления. То есть мы покажем на самом деле реальное соответствие, реальный рейтинг
по реальной методике, не в котором оценки пользователей составляют, которые могут, можно накрутить, а именно тот рейтинг, который составляется на базе проверки, экспертной проверки, экспертным выводом и с обязательным наличием доказательств. То есть мы не используем догадки, мысли, какие-то доводы. Нас невозможно подкупить. У нас мы не заинтересованы в том, чтобы одно заведение было лучше, чем другое. Мы заинтересованы показать всю картину целиком. А ви будете результати, от перші результати перевірки публікувати теж? Конечно. Конечно, потому что по каждому из заведений будет динамика. Вы понимаете, очень важно же понимать о том, что заведение может развиваться, оно может идти как в хорошую сторону, так и в плохую. Поэтому все полностью отчеты по каждому из заведений будут сохраняться. И через какое-то время мы можем посмотреть общую динамику то ли развития заведения, то ли наоборот. Тобто у вас створений якийсь сайт? Буде сайт? По стартап Compro буде по кожній з отраслі створювати окремий проєкт. Тобто перший, от зараз тестовий проєкт, на який нам і потрібні інспектори, зібрати тих людей, які будуть перевіряти бізнес, которые составят, как я говорю, будущее бизнес-элиты Украины, ну, я очень надеюсь. И благодаря вот таким проектам, как ресторанная отрасль, я все-таки надеюсь, что мы будем двигаться в сторону наведения порядка и наведению, как понимаете, рабочей деловой среды. И когда я говорю деловая среда, то вот что я, главное, вот как понять, что деловая среда у нас, так скажем, ну, рабочая. Угу. Это означает, что нет все предсказуемо. Понимаете, вот нам нужно настолько все поменять о том, чтобы мы не думали о том, кинет нас кто-то или не кинет. Ну, у вас є така якась, ну, конституція, називаємо умовно, так? Якісь правила, з якими ви маєте працювати. Тобто, зараз приходять до вас люди, і ви ж не просто на словах їм розповідаєте, що треба, що ні, так? Має бути дуже серйозний якийсь документ, до якого можна звернутися у будь-який час, так? Угу. І десь щось знайти новеньке. Конечно, это имеете в виду методология. И если мы говорим про коммерческую сторону проекта, да, вот про стартап Compro, его коммерческую сторону, то к нам можно обращаться в каких ситуациях? В ситуациях, когда у бизнеса есть вопрос с невыполнением обязательств. Например, ситуация номер один. Я заранее хочу предотвратить невыполнение обязательств. Я прихожу, бизнесмен приходит к нам, и он заказывает проверку своего будущего партнера. То есть я хочу с ним работать, мне нужен ответ, я могу с ним работать или не могу с ним работать. То есть я заранее уменьшаю вариант того, что будет ошибка. А может быть, мы выявили о том, что у него есть связи с криминальным миром, и мы тогда скажем, что высока вероятность того, что человек может не выполнять свои обязательства по ряду объективных причин. То есть, вот вы это... будете допомагати тільки українському бізнесу, так? Вообще... Изначально проект создавался под проверку инвестиционной привлекательности для европейских партнеров. Но это те первые инвесторы, которые дали денег. То есть на данный момент нам не нужны финансовые вливания, нам нужны люди. И интерес инвесторов связан с тем, что Украина евроинтегрируется, и инвесторы рассматривают ее как потенциальную инвестиционную площадку. Але багато хто боїться сюди приходити. По той же причине, теневая экономика. Так. Никто не знает, что происходит. И компании, которые работают в Европе, они не могут дать адекватный отчет по нашей специфике по Украине. Эти отчеты зачастую неверны. Є такі навіть негласні правила не співпрацювати з росіянами, з українцями. Це да, ну, чула я сама приймаю. Очень... На жаль, хоча да. Все змінюється. Все, знаєте, ми вибрали свій путь євроінтеграції. І ми туди йдемо, і ми туди прийдемо. Це от вопрос времени. Но нужно понимать, что мы идем туда, где существуют свои правила. И нам придется эти правила интегрировать, имплементировать на свой рынок. Лучше сейчас это сделать. Я вас трішечки там перебила. Ви говорили, перераховували якраз, у яких випадках можна буде звертатися до вас. Угу. Давайте ще раз, під завершення вже нашої бесіди. Ще раз, перерахуйте, будь ласка. Какое количество? Первый вариант – это когда обязательства, бизнесмен хочет, чтобы обязательства...
ну, заранее предотвратить их невыполнение. Второй случай — это когда есть задержка выполнения. И третий — это когда уже обязательства не выполнены, и бизнесмен хочет, чтобы мы помогли ему восстановить обеспечение выполнения этих обязательств. И то есть можно очень долго про это рассказывать. И если кому-то интересно, то это мы, ну, в эфире вряд ли мы будем это делать. А вот какая-то консультация, обязательно мы людям рассказываем, как мы это делаем, почему это работает, и почему это законно, легально, и это абсолютно иной способ, кроме как, ну, кроме того, что привыкли в Украине, каким вариантом. И понимаете, что вот я же-то работаю, занимаюсь репутацией, защитой репутации, и у нас достаточно и медиаресурсов для влияния на людей, и на бизнес, на общественное мнение. Поэтому варианты и инструменты существуют. А главное, что мне хочется сказать, что я вообще все это делаю для того, чтобы, во-первых, окружить себя людьми определенного уровня, которые бы значительно и качественно отличались от всех остальных. Вот эти вот будущие инспекторы — это то, без чего вот эту деловую среду в Украине не создать. То есть люди, понимаете, когда человек проработал 2-3 года у нас инспектором, у него, он сможет разобрать любой бизнес. Его невозможно обмануть. И он в крайне... Вероятно, он создаст свой бизнес, который будет, ну, качественно отличаться от всего другого, что есть на рынке. Потому что любую отрасль, куда ни возьми, он везде знает людей, он знает, с кем работать, с кем не работать, кто выполняет обязательства, кто не выполняет, как сконфигурировать свой бизнес так, чтобы не было вопросов для того, чтобы он работал успешно в том европейском плане. Вот мне хочется, чтобы пришли такие люди, которые вот захотели... вот стать такими людьми. Мы их научим. И, пожалуйста, они должны хотеть развиваться, они должны хотеть менять эту страну, ну, стать частью вот той силы, которая наведет порядок в нашей стране. Желающих, я думаю, должно быть достаточно. Дякую вам за те, що ви завітали до нас. Нагадую, в гостях у нас Андрій Францев. І поговорили ми про новий український стартап, який називається Компро. Дякую ще раз. Це був денний ефір на 7-му телеканалі. Провели його з вами, Тетяна Малимко. Усього найкращого.